Испанские ученые пугают мир апокалиптическими картинами ближайшего будущего. По прогнозам климатологов, еще в этом веке пол Европы окажется под водой. Компьютерная модель Великого потопа уже готова. Специалисты заложили в расчеты темпы глобального потепления, скорость подъема уровня Мирового океана и природные особенности регионов Земли. Если прогноз верен, то Данию, Нидерланды, Исландию и Шотландию смоют в течение ближайших 100 лет. Достанется и островам в Южном полушарии. Большую часть из них затопят растаявшие ледники. Температурный баланс в результате катаклизма тоже изменится. В Ирландии, Великобритании и некоторых районах Канады настолько похолодает, что эти страны станут непригодными для жизни. Нечто подобное наблюдалось 20 тысяч лет назад во время последнего ледникового периода. Новый, как утверждают ученые, уже не за горами.